Браво, зимний эльф. Вы, как всегда, на высоте. Своей чувствительностью, потому что вы реальный маг. И вот ваш вывод, что монета 5 тенге не просто символизирует удачу. Такие монеты используются, да, в ритуалах, причем давно уже. Не только 5 тенге, но и 5 злотых, 5 левов, 5 этих других каких-нибудь пфенингов, марок или сантимов, центов, да. Все это может использоваться в ритуалах, и, естественно, они несут на себе вот это значение магическое. А зимний эльф, он маг, конечно, вернее, она, да, маг. Поэтому, конечно, почувствовать это может. И вывод вот такой делает. Много раз зимний эльф делал такой вывод, который поражал прямо точностью, чувствительностью, магичностью. Поэтому зимний эльф является магом однозначно.